На настойчивые стуки судебных приставов должник за тепло и горячую воду не открывает. Такая же ситуация по второму адресу, по третьему и так далее. Приставы признаются, с закрытыми дверьми приходится сталкиваться часто. Соседям же, которые к коммунальным услугам относятся более серьезно, остается только негодовать. Ведь страдают от неплательщиков, в том числе и они. Мы же пользуемся, правильно? Требуем, чтобы нас хорошо обслуживали. А нас что, если не все платят? Как же, на что они нас будут нас хорошо обслуживать? Обязательно нужно, и вовремя. Ну, живешь, ну, плати. Ну, не можешь же с коммунальной службой бесплатно все делать. Последствия злостной неуплаты – отключение горячей воды. Если срок вашего долга превышает 3 месяца, будьте готовы в скором времени принимать ванну или душ, дрожа от холода. Ежемесячно сотрудники Оренбургской коммунальной теплоснабжающей компании производят до 40 отключений горячей воды. По закону мы имеем право прийти к должнику отключить горячую воду, имея задолженность выше 3 месяца. Нам не обязательно иметь решение суда для того, чтобы произвести эту процедуру. Есть и более жесткие способы – арест имущества и принудительное взыскание долга через суд. Но это меры крайние, гораздо проще решить все вопросы с ресурсоснабжающей компанией полюбовно. Мы учитываем социальное положение, финансовые возможности абонента и предоставляем удобную рассрочку. По вопросам реструктуризации долга можно обращаться по телефону горячей линии теплоснабжения 999-603. Виталий Сапожников, Илья Схаялин. Наше время.